Привет всем. Ну, то, что поехали с нами, то поехали с нами. Мы все едем. Наша экспедиция, еще не начавшись, она уже успешна, это однозначно. Вернувшись оттуда, могу сказать, это действительно те места, где нас, белок, еще никто не ждет. Меня зовут Иванов Александр, который организовал, затеял и родил эту идею. Что вы ожидаете получить от проекта? Как человек, я хочу увидеть, прикоснуться к той природе, к тому миру, о котором мечтал с детства. Что такое экстрим в вашем понимании? Экстрим в моем понимании – это пребывание человека в тех условиях, которые для него необычны, и пребывание в агрессивной для него среде, к которой он не привык. Что будете делать, если увидите рядом с собой змею? Ну, вот недавно видел, абсолютно нормально. Такая же божья тварь, как и все остальные, просто к которой нужно несколько осторожно относиться. Сколько зубов у пираньи? В районе 60 или 70. Крокодил Данди не боялся крокодилов, а вы? Я думаю, что он их тоже боялся. Ритуал айахуаски – это? Это ухождение в потусторонний мир, наверное. 50 грамм рома на завтрак в течение 30 дней. Это много или мало? Это норма. Почему индейцы ходят голышом? Потому что это на самом-то деле, если не считать сапогов на ногах резиновых, это самая идеальная одежда там, с постоянно идущими дождями. Какой сувенир вы хотели бы привезти из экспедиции? Ну, наверное, как и все, засушенную голову. Какое животное вы больше всего хотели бы увидеть в Амазонии? Ягуар. Как отреагировали ваши родственники и друзья, когда узнали, что вы отправляетесь в экстремальную экспедицию? Сказали, это круто, но ты ненормальный. Несколько слов на испанском. Buenos dias. Продолжите фразу. Увидеть амазонку и... И покорить еще что-нибудь.